Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео. Во время уничтожения беспилотника, зафиксированного в ролике, слышно, как президент Венесуэлы произносит речь. Глава издания El Nacional, журналист Мигеля Тера, опубликовал в Твиттер видео уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где в субботу, 4 августа, проходил военный парад. В ролике видно дрон-мультикоптер, который затем взрывается в небе. Напомним, на Мадуро было предпринято покушение во время его публичного выступления в Каракасе на военном параде. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. Ответственность за покушение на лидера Венесуэлы взяла на себя ранее неизвестная группировка «Фланелевые солдаты». Момент покушения на Мадуро попал на видео. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://temi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.